что ли? Понятия не имею. А что вы здесь делали? Шел по улице. А это с вами друзья? Это, да, мои друзья. Не знаете, да, за что? Не знаем, за что. А проживаете в Тагиле? В Тагиле. Сотрудники ДПС патрулировали движение на улице Красногвардейской в районе городского дворца творчества, когда заметили трех подозрительных мужчин. Во время разговора с полицейскими у одного из молодых людей из рук выпал сверток фольги. Вы вообще можете быть уверены, что это я сделал? Все зафиксировано камерой. Троица попыталась разбежаться. Мужчин поймали и сковали наручниками. На помощь подоспели оперативники с обученной собакой. Она легла перед свертком. Это значит, в нем содержатся наркотики. Далее к осмотру пакета приступили люди. Товарищи понятые, подойдите поближе, пожалуйста. И не понятые тоже поближе. И вы, молодые люди, тоже. Вот так вот, стой. Вам видно? Все. Видите, пакетик зипло. Внутри которого содержится какое-то вещество, да, непонятное. Все. Пойдите, держи руку. Задержанных доставили в отделение полиции для личного досмотра. Им также предстоит освидетельствование на употребление наркотиков. Вещество в свертке отправлено на экспертизу.